Приветствую, дорогие друзья! С вами Эдуард Волков, и я сегодня на первом дне поста, вернее, 1 марта начал пост, ежегодный свой пост. Прошлый год месяцем позднее начал, то есть 3 апреля, и 2,5 месяца я на соках и на чайках вот держался, молочко еще было. Ну, за год, за это время набрался большого опыта, хотя опыт у меня и без того не маленький, то есть я с 94 года не употребляю никаких лекарств, и, то есть не кушаю вообще химии никакой, там небольшие исключения только при сильных заболеваниях и для очищения желудка, и то на травах, то есть не желудка очищения, а кишечника. И вот за все это время насобиралось большое количество опыта, который, в принципе, ну, то есть не книжный никакой, то есть на собственном организме. Я хорошо почувствую, потом идет череда праздников у нас, день рождения разные там. Ну, в общем, мы хорошо кушаем, и я опять дохожу до 100 килограммов, больше 100 килограммов, и обратно сажусь на пост. Ну, не хочется быть аскетом полностью пока, да, пока еще силы есть и молодость, как бы в седой бороде. Поэтому и кушаем, и постимся. То есть все зависит уже от физического состояния. Когда же он начинает подходить так, что шнурки тяжело завязывать животиком, тогда уже начинается тема поста. То есть, а пост делать ежегодно, это очень хорошо. Хорошо бы его делать даже ежеквартально. Но это каждый по-своему может как бы экспериментировать. То есть я много лет экспериментировал, что я каждые 4 месяца, 14, 21 день, 28 дней тоже один раз делал. Потом уже 45 дней, и вот в конце зашел, что я, в принципе, могу на соках. То есть, вот вы понимаете, что это не голодовка, потому что вот я выставил все, что я употребляю, но это еще не все. То есть, я вам расскажу по порядку, как все происходит. Сейчас, на данный момент, пока вот хорошо кушали, кишечник забит всякой гадостью, которая там каким-то образом залеживается, выходит, не выходит. Ну, в общем, живот здоровенный, то есть уже начинает. Что нужно делать? Нужно как-то первый день ускорить выделение, очищение кишечника. Я беру литр молока, томатный сок и мешаю это одни с другим, и еще реклама, не реклама, вот вам продемонстрирую ксенна. Такая вот штучка. Вот. Довольно сильная. Она, говорят, на травах, но, в принципе, довольно сильная. И вот я беру эту таблеточку, закидываю томатным соком. Хорошо запиваю, потом молочком обратно хорошо запиваю. И процесс пошел. Смотреть нужно так, чтобы не пронесло во время, когда это не нужно. То есть нужно каждый там по-своему может применять. А я вам советую на весну начать пост, начать очищение. Может быть поздно из-за коронавируса, потому что это профилактика коронавируса этого. А о вирусах это я в дальнейшем и подробнее буду останавливаться, потому что это больная тема, которую целый год уже штудировал все учебники, все сетевые, всю сетевую информацию и пришел к определенному выводу своему личному. Так вот, берем молочко, пьем хорошо, берем сок, пьем хорошо. И таким образом в течение первых 3, может и больше дней, потому что раньше в этом прошлом моем посте, на посту в прошлом, было так, что в течение первого месяца
Трудно было все закомарки кишечника, этого раздутого желудка, там, в котором остаются вот эти камни, каловые камни. Их очень сложно убрать. Они там остаются и постепенно растворяются, отравляют нас. В общем, нужно это все как можно быстрее вымыть. Можно салатик, капустку какую-то первые 3 дня кушать. Это тоже очень нормально. То есть, чтобы сместить больше на пищу некалорийную. Что еще очень важно? Еще нужно убрать вообще из диеты сахара. Сахар, углеводы как таковые. Все говорят, там нужно кашу кушать, чтобы было что-то, чтобы набить желудок. Это только чтобы чувствовалось. Люди не думают о том, о первоначальном нашей сущности. Ведь еще 10 тысяч лет назад люди, наши предки, 10 тысяч это не такой большой срок, как это кажется, что большой. Вот, у них углеводная диета была минимальная, они там зернышки какие-то. Это самое, в основном люди питались овощами, фруктами и мясом. Поэтому вот это вся большое количество углеводов, а сахар это концентрат, это допинг. Он нужен только тем людям, которые физически работают. Это как любой другой допинг. Еще в средние века его продавали в аптеке, потому что из Индии далеко тянуть было. Поэтому по чуть-чуть допинг давали, только ослабленным. И, кстати, очень многие проблемы психологические в семьях и сексуальные проблемы, когда в голове мешается, только из-за большого употребления людьми сахара. Вот, когда перестаешь кушать сахар вообще до нуля, потом потихонечку хлеб отходит в это самое, и остается мяско, рыбка и овощи, фрукты в размерах нормальных, каких хочешь, кушай себе. То есть кашки чуть-чуть, ну, углеводов нужно уменьшать количество, однозначно нужно уменьшать, чтобы не было избытка энергии у человека. Избыток он переходит в жиры, но еще кроме этого сахар и углеводы являются катализаторами появления жировых отложений. То есть если мы будем питаться одним мясом и овощами, фрукты, чтобы сладкое исключить, да, а овощи не сладкие и мясо, то мы сколько бы мы ни ели, мы не будем толстеть. Это еще не совсем как бы такая оформленная теория, но вы знаете, что много хлеба кушаешь, и тогда начинаешь толстеть. Много сахара кушаешь, будешь есть мясо одно, да, или овощи, и будешь сладкий чай пить. И это все приведет к тому, что вся эта энергия просто-напросто будет все распределяться на клетки жировые, будут расти активно. Только сахар способствует этому росту и углеводы как таковые. Так вот, значит, перейдем к посту непосредственно. Вот я сделал бурячки с этим, с томатным соком, смешал. Один к одному примерно, а может даже и бурячкового сока больше. Немножко ложечку сахара, 3 ложки соли для вкуса, так хорошее. Все, вот у меня напиток, большой напиток. Много у меня там, я сразу 5 литров взял, сделал себе. Смешал это все, все. Теперь я буду только пить вот эти вещи. Вот чаек, тоже для вкуса, чтобы уже не было такого однообразие какого-то, это вот чай, он абсолютно без сахара, какой-то с лимончиком. И еще, не слушайте насчет химии, насчет этих добавок всех пищевых, что это там плохо или хорошо. Все плохо, когда много. Если все умеренно, это нормально. Если вот я, допустим, сейчас 1 день не кушал, 1 марта не кушал вообще. И пил одни соки. Вернее, сори, я капустка у меня была такая по-корейски.
и чтобы у меня в семье нет любителей. И я эту капустку вчера вечером вместе с помидорчиком просто съел. Но это пост, в рамках поста. То есть в дальнейшем пища твердая будет исключаться вообще, то есть исключиться. Сегодня вот еще чуть-чуть осталось, пару ложечек этой капусты нарезанной. Вот, я ее съем. И дальше у меня будут только соки и только чай. Это, возможно, еще пару дней буду сок молочком попивать, чтобы вызвать реакцию очищения. То есть мне нужно очиститься, прежде чем я перейду на чистую воду. Вот я сейчас в этом году буду стараться делать так, чтобы как можно больше просто на воде, одной чистой воде находиться. И этой воды нужно пить много. И потому что в моменте, когда организм начнет питаться сам из себя, вот эти жиры съедать, это значит клетки будут распадаться, будут оставаться очень много продуктов распада клеток в нашем, внутри организма. А это значит, что кусочки разных органелл, они должны внутри нас раствориться, стать так называемыми аминокислотами, которые принимаются за вирусы у нас. А это просто продукты распада в нашем собственном организме. И так, чтобы выводить много из организма вот эти продукты распада, да, нужно много пить воды. То есть, если вечером не советую вообще, ну как бы советую, не советую, у каждого свой организм, и пить вечером, чтобы ночью вставать и бегать в туалет, как бы не очень рационально. Хотя, в принципе, это показано. Нужно, чтобы моча, нужно следить за тем, чтобы наша моча была светлая и прозрачная. А это регулируется только водой, только жидкостями, вернее, но водой в большой мере. Я раньше в жизни, ну, как бы очень мало воды пил. И только последние годы я начал пить водичку и оценил ее полезность. Поэтому утром встаешь, выпиваешь стакан воды. Вот у меня слабая газировка. То есть она слабенькая, не такая же газированная такая вода. Не просто чистая, просто слабо газированная. Просто для вкусовых качеств, чтобы и вымывать, так сказать, полость рта. И выпиваешь этот стаканчик. Еще очень хорошо, чтобы процесс пошел хорошо, нужно сделать физическую нагрузку, дать какую-то. То есть заставить организм сказать, садись, 10 присядов сделай. И вот утром встаешь, стаканчик воды выпиваешь, 10 присядов сделал. И главное в чем? Чтобы вызвать процесс сердцебиения, чтобы кровь начала ходить. Все, это гарантированно профилактика от так называемого коронавируса. В дальнейшем я вам буду рассказывать много об этом коронавирусе. У меня сложилось уже устойчивое мнение, и никакие научные или фармакологические вот эти закрутки в голове о каких-то страшных вирусах с закодированными так эзотерическим сленгом, научным вот этим всеми понятиями уже ничего не сделал в этой голове, по крайней мере. Потому что год потратил только на то, чтобы разобраться в этой, вот этой катавасии коронавирусной, когда мутации почему-то по щучьему велению появляются именно тогда, когда нужно создать новое лекарство, вернее, лекарств нет от коронавируса, вакцины, то есть отраву, химическую отраву, которую тебе в организм впрыскивают для того, чтобы организм начал с ней бороться, то есть в режиме борьбы. Вот, поэтому, чтобы вот обезопасить себя от продуктов распада, гниения внутри организма, которые появляются, а еще к тому же каждый человек является носителем этих, домом для вот этих продуктов распада. Не двигается, сердце у него не работает, не выводит их, потому что мало пьет воды.
И как результат получается, что берутся тесты, и они показывают, что в твоем организме много аминокислот, именно химических, это химическая реакция. Все. Показали, или тесты там на другие какие-то, в крови присутствие каких-то химических элементов. И все, и кажется, у тебя коронавирус. Хреновирус, это все внутри нас процессы эти происходят, и нужно не лечить это все, а выводить нормально из организма продукты распада. В чахлом организме все это распадается, и обмен очень слабый. Дыхание нужно учащать как можно чаще. Вот. Вот сегодня первый день закончился, и я с вами, Эдуард Волков, и приглашаю вместе со мной задуматься о своем внешнем виде, о своем здоровье простым способом, без каких-либо больших усилий, потому что, смотрите, захотелось покушать, берешь стакан сока или вывара из буряка и выпиваешь его. Заполняется желудок. Просто обманываем свой желудок. Нам не нужно столько этой жратвы. Но если хочется кушать, нужно кушать. Но сахар нужно убрать. Тогда вам никакие со временем можно все болезни, которые у вас существуют, просто они пропадут. Если это только не зафиксировано глубоко в вашей психике сидит, что вы какой-то шизик, который постоянно в страхе находится, в напряжении, тогда уже сложно что-либо посоветовать, кроме как, опять же, перейти на пост, который сделает так, что тело перестанет. Вот если сахар убрать, значит, убираешь допинг, значит, ты эмоционально становишься, успокаиваешься. Все. Это только из-за того, что убрать хлебобулочные изделия, уменьшить до минимума, увеличить овощей, фруктов, не особо сладких, сладкостями тоже там заедаться, ну, персики взять или там еще какие-то. Хотя сейчас где в магазине такие сладости найдешь? Все как бы выращено поточно. Вот. Но вот единственная возможность просто-напросто помочь себе самому, потому что никто вам не поможет. Вас будут вакцинировать, вас будут что угодно там делать, таблетками до вас запихивать, химией этой, которая никогда не лечила. Она только убирает какие-то сенсоры из вашего организма. Да? Болит голова, таблетку принял, сенсор пык, отключилась, но голова болит только от того, что это сигнал, что что-то не в порядке в организме где-то отравление. И вот этот сигнал отрубили, и в порядке, вы довольны, да? Нет. Вот не зря старые постились, да? И сейчас религиозные посты существуют. Почему? Потому что понимали, что нужно организм этот, эту трубу внутреннюю, которая у нас есть, кишечник, очистить от дерьма и почувствовать благость этого состояния, которое не эмоциональное, не феерическое. Мы его пытаемся подавить, а внутри, подавляя все это, оно вылазит у нас разными хреновыми мыслями, разными эмоциональными состояниями, срывами, стрессами. Вот. От всего лекарства, пожалуйста, пост на соках, на жидкостях изначально. Нравится кому-то молочко, пей молочко, но все поэтапно. Многолетняя практика поможет вам просто выбрать себе самую лучшую свой пост, свою диету. Главное помочь организму не зашлаковывать кишечник, а остальное все само придет. Ну, сегодня с вами прощаюсь. До завтра. Я каждый день буду выставлять, делать видюшники, рассказывать разные разности о процессе поста, о своем состоянии. Ну и вообще делиться с вами мыслями о страшной
и ужасной медицине, да, которая нас лечит, но оказывается, что огромное количество болезней неизлечимых, но нас лечат, и денежки за это берут, и раскручивают этот момент, и в головах людей мутят этими таблетками всеми, этой всей гадостью, хотя все очень просто. Очисть это твое тело, очисть его. Дай ему свободу, пускай, как детям, да, пролетает все, вот жидкости. Молочка хочешь, пей молочко. Хочешь сок, пей сок. Сколько хочешь, что мешает? Разве умрешь от голода? Только глупые люди, которые и слабые люди, они только будут вас терзать страхами о том, что как на поджелудочную, как на желудок, как все действует. Не от этого все действует. Это только во благо. Никогда не может быть против. Это не голодовка. Для нормального человека это нормально. Только если худой и сам себя убил, как анорексик, тогда, извините меня, ему это не поможет. Ему наоборот нужно что-то кушать. Вот. Ну, на сегодня прощаюсь с вами. Всего хорошего. Здоровья вам и удачи!